В этом году страна отметила 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. К этой дате учреждены не только медали, но и вышла из печати книга «Афганская ловушка». Она была представлена автором Олегом Брилевым, также прошедшим через эту войну. Книга раскрывает тайну принятия решения по вводу в 1979 году советских войск в Афганистан. Мне удалось близко прикоснуться к этой теме на тот момент. И в результате вот добрая, ну, две трети этой книги посвящена анализу событий, которые происходили в 79-м году, и кто конкретно сыграл главную роль. Сегодня афганцы получили книгу из рук автора. Затем в администрации Центрального района состоялась церемония вручения юбилейных медалей. Около 300 участников боевых действий из Центрального района Сочи получат в эти дни награды. Такие же встречи пройдут и в других районах города. Для нас эти медали как память того, что все-таки она окончилась, эта война для нас в 89-м году. Многие были раньше, многие больше служили. Я, например, пришел в 81-м году. В этом году афганцы добились разрешения на установку памятника воинам-интернационалистам в Комсомольском сквере. Его торжественное открытие состоится 8 мая в 14 часов. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.